Я уже на Ленинградке. Ой. Ой, тут ветер. Тут классно. Смотрите, памятник. Здесь у него явно с совком проблемы. Видите, какой-то рот у него не очень. Все остальное. И нога, кстати, тоже. Как будто их на станке печатают. Сейчас в магазин. Ничего нормального там нет. Снимать ничего не стал. Может, просто нечего было снимать. Одежда есть, блин, какая-то она допотопная. Какая-то не та, которая во всех магазинах красивая, там что-то. Какая-то другая совсем. Я, короче, думаю, идти мне в фикс-прайс или не идти. Надо мне что-нибудь. Я недавно в одном была, по-моему, мне уже там просто ничего не надо. Не знаю даже. Наверное, схожу, посмотрю что-то. Просто посмотрю. Потому что что-то домой идти не очень хочется, хотя, честно говоря, я устала довольно. Здесь находится магазинчик всяких там старинных вещей. По-моему, не помню. В прошлый раз мы были, но, по-моему, я не снимала. Там съемка запрещена вроде. Когда-то, кстати, здесь был рынок, вещевой рынок. Разные цыгане и все такое. Потом сделали такую красоту. Кто живет вот здесь, наверное, счастливые люди. До Волги недалеко. Нет, наверное, счастливые люди, которые живут напротив набережной. Да и идти рядышком можно. Ленинградская. Ленинградка. Мороженки продают. Всякие аксессуарчики. Боже, коробки огромные. С утра лишь напугаешься. А вот там книги. Сейчас посмотрим. Так, мы уже почти дома. Тут вот скверик. Мы с вами по осени здесь были. Сейчас я его обойду. Это вот архив. Кстати, там однажды была со школы, по-моему. Или колледжем. Не помню. Какие цветочки, смотрите. Вот он. Такие пушистые становятся, там муравьи бегают. Это вот распустится, вот она будет такая, а потом она такая. Такой большой кустик, непонятно чего.
интересно, что это такое. Там прям как это, как шалаш какой-то. Какой-то шалаш. Лучи, солнышко. Хоть сегодня ветер был, но очень жарко. Я просто вся взмокла сегодня, особенно на набережной. Ветра не было, на Ленинградку пришла, а ветер появился наконец-то. Но я просто взмокла. Хотя сегодня 28-30, вчера 35 было, но ощущение как будто одинаково. Все, сейчас я в магазин и домой. Блин, так устала вообще. Иду тут я такая. Смотрите, короче, кафе. А вот здесь вот вбитые скалки. Смотрите. Скалки вбитые. Офигеть. Сколько скалок надо. Представляете? Ноги мои, видите? Блин, они такие красненькие. Короче, я дома. Наконец-то я пришла. Сейчас у меня такая курочка на ужин. И под шубой у меня мама на даче. Я сегодня одна ужинаю. И кушаю, конечно, я сегодня другую еду. Мы несколько дней подряд ели пиццу. Но вчера пицца была... Короче, пицца вчера была просто ужасная. Это просто был кошмар. Во-первых, был соус не тот. Соус она положила зачем-то острый. То есть мы дня 2-3 подряд ели одну и ту же пиццу. Мясная называется она. И в этот раз я тоже заказала мясную. Я увидела, что женщина другая. Я думала, их там просто несколько. Вот. Работаю. Думаю, не одна же там, правильно. Вот. Ну и все. Думаю, наверное, все в порядке будет. В итоге пицца подгорелая была. Края неровные. Пересоленая. Сухая. Ну такая суховатая. Не сухая прям, но суховатая. Вот. И соус другой, то есть она еще и острая была, и пересоленная. И когда я ее доела, таки, мама съела только один кусочек, мне пришлось все доедать. У меня так язык кололо, вот, блин, это, ну, я не знаю, это просто кошмар. Это ужас. Сегодня я уже не пошла туда. Вот, видимо, вот та женщина, я так поняла, наверное, скорее всего, работают 3 через 3. Вот, потому что, да, 3 дня мы ели эту пиццу, потом вот на 4-й день я снова пошла, купила ее, она вот была другая. Видимо, через 3 дня, наверное, я думаю, будет другая женщина. И нужно будет как-то это все записать, просчитать. И в случае чего, если я захочу пиццу, то прийти в определенный день. Потому что та другая, она вообще не умеет готовить. Видимо, она просто от балды. Вот есть вот люди, которые вот, ну, им это не надо. Они вот просто вот сделали, продали так как-то и все. Там приготовили и все. То есть не стараются. А та прям старалась, такая прям... Вот и было так вкусно. Знаете, вот я ела пиццу, и у меня аж прям сок по руке стекал. То та была сухая, была ужасная. Это острая, пересоленная. Блин, просто ужас. И хорошо, что я не заказала какую-то другую пиццу, иначе бы я подумала, что это такая пицца просто. То есть такая должна быть, что я заказала все-таки ту же самую. Сегодня я тоже хотела заказать пиццу, я хотела грибную заказать, но... К сожалению, вот так. Я уже там иду, а там рядом пиво продают, и мы все время женщины с этой стоим, болтаем. Ну, ей заняться нечем, мы болтаем. И я такая иду мимо магазина, думаю, она, наверное, меня там уже ждет, как раз вот время подходит, я в это время прихожу, уже там как раз время 8:30, там 8-9 я приходила обычно. Нагуляешься. И смотрю, она там вышла, такой небольшой типа балкончик, она там стоит. И я иду, она мне машет ручкой. Я ей тоже помахала, говорю, сегодня не приду. Вот, не поболтаем. Конечно, тоже ей одиноко, ей, конечно же, тоже скучно там сидеть. Представляете, целый день. Причем вот какой третий? 3-4. То есть сегодня 5-й день. То есть она вообще без выходных, наверное, работает. Вот так вот целые сутки вот сидеть, работать на работе. Еще плюс в маске. Она говорит, в маске, говорит, не могу уже, просто устаю. Мы там в магазин чуть-чуть оденем, походим. Она, представляете, целый день там в маске. Ужас просто, конечно, кошмар. Вот.
Ну все, короче, я дома, я погуляла вместе с вами. В Фикспрессе я вообще ничего не купила. Мне начинает казаться, что у меня уже просто все есть, и покупать в Фикспрессе просто нечего. Да, кстати, мне Димины денежки перечислили. Ой, не нравится мне, как эта камера меня снимает. Димины денежки мне перечислили. Сегодня я первый раз расплатилась, вообще первый раз в жизни расплатилась карточкой. Вот, а я не знаю, куда прикладывать. Она туда прикладывайте, на экранчик. Я смотрю там под карточкой, оплачено. Я думаю, ну, наверное, говорю, оплачено. Раз чек смотрю, вылез, все в порядке. Вот, все, сейчас я буду кушать свою курочку, наконец-то. Селедку под шубой, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пожелайте мне приятного аппетита. И завтра мы с вами уже едем в Отрадный на дачу отдыхать. Все, завтра я буду уже отдыхать. Я практически все купила. Потратила довольно много денег. Единственное, я хочу еще найти какой-то спортивный костюм, который можно одеть на улицу. То есть одел и пошел. Либо штанишки. Хотя у меня кофта, конечно, есть. Может быть, штаны какие-то. Такие спортивные, какие-нибудь красивые, такие моднячие, чтобы модно выглядеть. Вот, единственное, вот я хочу такие еще. И все. Хотела купить купальник, но... Блин, нету. А в одном магазине заходила в Космопорте, по-моему. Все такое, ну, вроде такое, ничего себе, купальник такой обыкновенненький. Такой более-менее, понравился мне чуть. Ну, немножечко понравился. Беру цену, смотрю, значит, 6 тысяч. Я думаю, нифига себе. 6 тысяч, и так смотрю, за это? Думаю, нет. Это явно не мое, думаю, нет, я не готова платить. Я думаю, ну, был бы там реально шикарнейший просто купальник, тогда да. Вот. Ну, я так вот это, стою дальше, смотрю, обдумываю всю эту ситуацию, а девушка подходит, вот он хороший, он чисто итальянский, из Италии привезен. Я так смотрю, ну, наверное, да, из Италии. Ну, нет, не стала брать, я ушла, думаю, блин. Кошмар, нет, думаю, надо ходить в магазины те, которые ты привыкла ходить, свои магазины, а не какие-то там забредешь, что какой-то там был бутик, и там были скидки, там, ну, написано было, что скидка 399, то есть вот так вот. Я думаю, ну ладно, а никого нет, кстати, там не ходит никто, я туда захожу, и чем глубже я иду, тем больше понимаю, что там просто вонища, вот этот вот грязный запах одежды, вот, который поношенная одежда, когда вот долго... Есть люди, которые вроде чисто одеты, но от них воняет. Вот эта вот одежда вот постоянно, видимо, приходит, меряет, она дорогая, меряет, и она висит. Вот этот вот запах просто вонючий. Мне как начало тошнить, мне как стало плохо. Еще в этой маске, ой, вообще просто ужас. Все, ладно, не буду вас задерживать, давайте всем пока-пока. И увидимся с вами уже завтра.